Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас наконец-таки долгожданное замечательное открытие контейнеров. Сегодня у нас в игре наконец-то появилось что-то интересное в особых миссиях. Как вы знаете, сейчас у нас ежедневно в честь дня рождения ТО выдают дополнительные призы. И наконец-то нам дают тот самый приз, с которым я могу купить боевой пропуск. Мне это все дело хватит, и я этому безусловно рад. Сегодня откроем изначально контейнеры, затем откроем обычные контейнеры. Вам нравится открытие? Если это так, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Ну а я в свою очередь, если будет хорошая активность, да, если вам это все дело заходит, то буду пытаться как можно чаще записывать данные видеоролики. Буду пытаться сегодня выбивать устройство на корпуса. Хотелось бы выбить что-то интересное, поэтому надеюсь, что сегодня реально что-то крутое и годное нам обязательно дропнет. Поэтому забираю танкоины, остается у нас всего лишь 21 танкоин. Я мог бы по сути, наверное, даже бы не открывать еженедельные контейнеры, но так как мне чуть-чуть танкоинов не хватает до боевого пропуска, чтобы я смог взять еще с челленджа дополнительный контейнер, если не ошибаюсь, там плюс 20-ку мне дадут, поэтому изначально открываем недельные контейнеры, потом покупаем боевой пропуск и, соответственно, уже будем открывать сегодня полноценно, наверное, где-то около 60 контейнеров. Будем надеяться, что что-то крутое там нам дропнет. Я, конечно, надеюсь на какие-нибудь замечательные, интереснейшие устройства. Открывать будем, к сожалению или к счастью для кого-то, в не HTML версии игры, да, я перейду на флеш, потому что мне здесь не особо комфортно все это дело открывать, как-то оно все выглядит не очень, как по мне, поэтому покупаем боевой пропуск и уже переходим полноценно к флеш версии, да, все, контейнеры прибавились, сколько у нас контейнеров стало, сейчас посмотрим, переходим вот сюда, назад, и смотрим на количество контейнеров. 63, да, плюс 20 контейнеров дало. Давайте теперь уже переходить. К слову, здесь уже и есть контейнеры, которые у меня были, получается, пойманы вчера, да, вы знаете, что у нас уже есть карта колхоз. Возможно, сегодня я тоже там немножко голдов наловлю. Вы, конечно, будете смотреть данный видеоролик уже в тот день, когда все эти супер режимы специальные с повышенным шансом выпадения голдов закончились. Ну а я, может быть, еще подловлю контейнеров и, соответственно, в дальнейшем тоже открою неплохое количество их. Ладно, больше балаболить мы сегодня не будем. Будем быстренько открывать и надеяться на то, что что-то годное сегодня нам обязательно здесь дропнет. Я буду надеяться на какой-нибудь, может быть, либо иммунитет от поджога, либо, может, какой-нибудь там утяжеленный корпус. Да, у меня такого еще не было. Ну и посмотрим, что дропнет. Открывать, как всегда, я буду по единичке. Экспериментировать, скорее всего, сегодня я точно не стану. Кристаллов довольно неплохое количество у меня уже стало после открытия недельных контейнеров. Уже почти миллиончик имеется. Потихонечку возвращаемся на те самые любимые мои заветные числа. Ну и сегодня, я думаю, что больше ляма точно здесь насыпет. Тут уже осталось-то чуть-чуть. Но десятку контейнеров открыл, пока ничего хорошего не дропнуло. Вот 10 дней према, это уже хорошо. Премочка завтра не закончится. Еще 25 тысяч кристаллов. Хорошо. Можно было бы, конечно, еще бы удвоить премочкой. Я был бы больше рад. Но ладно, уже 13-ку открыли. Пока никакого устройства на корпус даже близко не было видно у нас. Но я надеюсь, что по сути, может быть, что-то крутое сейчас будет уже видно. И там уже, возможно, что-нибудь и упадет. А может сегодня. Нет, ну я не хочу говорить, что может сегодня вообще без никаких устройств это будет. Я все-таки буду надеяться на то, что какое-то устройство сегодня хорошее нам обязательно дропнет. 20 контейнеров уже открылось, осталось 43 контейнера всего лишь. Но это еще довольно большое количество, поэтому будем надеяться, что что-то крутое нам дропнет. Кому вообще, друзья, падают устройства какие-то, со скольки контейнеров вам дропнули, можете написать по этому поводу в комментариях. Мне будет тоже интересно почитать, послушать вашу точку зрения и послушать вообще, падает вам что-то, не падает. Да, то есть я вот сейчас открыл уже 25 контейнеров и понимаю, что до сих пор я ни одного никакого устройства не увидел. И это, конечно, немножечко печально. Синих контейнеров довольно много, но это все голды, премки, но явно не то, что я хотел бы, наверное, сегодня увидеть. Я хотел бы увидеть немножечко другое. Уже почти половину контейнеров я открыл, и все плохо.
Все плохо, друзья, все определенно плохо. Кристаллы падают, да, тут уже 60-70 тысяч крисов я уже плюсанул. Но кристаллы это явно не то. Явно не то. И если с этих 30 контейнеров не упадет ни одного устройства, то я буду определенно очень-очень-очень сильно недоволен этим. Потому что, по сути, с такого большого количества контейнеров, если не дропает ни одного устройства, я считаю, что это просто полный провал. 125 двойного урона. 10 как крик. Кристаллов падает, конечно, очень много крисов. Но я не нуждаюсь, наверное, на данный период времени в столь большом количестве кристаллов. Есть, конечно, на что их потратить, но если бы мне бы упало устройство, которое сейчас у нас только за танкоины выбиваются, я был бы немножко больше рад этому, нежели такому большому количеству кристаллов. Уже больше 110... О! Ну, давай, пожалуйста, что-нибудь. Ну какие 100 тысяч кристаллов? Ну зачем мне 100 тысяч кристаллов, друзья? Ну для чего? Для чего мне столько кри? В фиолетовом свечении. Ну зачем? Вот когда мне надо эти кристаллы, они мне никогда не падают. Ну вот, вот серьезно, я вот могу открывать там эти тонны контейнеров, и когда мне надо кристаллы, кристаллы мне не будут падать. Мне будет всякая ерунда падать, но никаких даже близко 100 косарей никогда не дропают. А тут на тебе привет 100 тысяч крисов. Да, ужас. Я уже надеялся на то, что какой-то иммунитет не упал. Но это обычные 100 кокри. И это, конечно, печально, потому что остается всего 14 контейнеров. И, возможно, сегодня стоило открывать немножко как-то по-другому эти конты. Ну ладно, давайте откроем пятерку, а то иначе я даже и не попробую. Хотя бы попробовать, посмотреть, что дропнет. И 25 кокри. 3 дня према было. Ну ладно, давайте еще одну пятерочку откроем. Может быть, чуть пятерки что-то дропнет. 3 дня према еще. Устройство от поджога. Краска весна. Но это, походу, все, что мне сегодня могло дропнуть, да? Устройство упало от поджога на диктатор. Стоит оно сколько? Если я не ошибаюсь, там около 150 тысяч кристаллов. Получается, да? Краска весна. Ну, я не буду радоваться краске, друзья. Но вы же сами понимаете, что я сегодня выбивать устройство пришел. А не какие-то краски. А ни одной краски мне не упало. Да, в общем и целом, что я могу сказать? По дропу 250 тысяч кристаллов. Премки. Ну, я не знаю, сколько там насыпало. Но насыпало довольно неплохо. Довольно неплохо. Там где-то в сумме, наверное, 15 дней упало. Дальше. Золотое свечение краска. Окей, хорошо. Не то, что я хотел. Одно устройство есть на диктатор от поджога. Это получается 245 тысяч кристаллов. Это 120... Ну, грубо, 122 тысячи кристаллов, да, нам дропнуло, да, грубо еще с этого устройства. Потому что, как бы, если бы я его покупал бы с 50% скидкой, оно стоило бы именно так. Но это не то устройство, которое я хотел все же выбить. И то, что мне с 63, если я не ошибаюсь, контейнеров не упало ни одного устройства в фиолетовом свечении, я считаю, что это провальчик. Определенный провальчик, да, хоть и дроп хороший, и многие скажут, нифига себе, там тебе круто так надропало, но, как я уже сказал в начале данного видеоролика, я изначально хотел выбивать далеко не такие предметы. Да, я могу согласиться там с премкой, могу согласиться с голдами, да, это круто, что они мне сегодня упали, там около 20 голдов, около там 20 дней према, но в общем и целом имею дополнительно только одно устройство, и то это 50% от поджога, при том раскладе, то что они мне целиком и полностью на данный период времени просто-напросто не нужны вообще. От слова полностью вообще не нужны, вообще просто никак. Мне дали сегодня иммунитет от заморозки на Васпика, да, это у нас получается с челленджа, да, потому что я тут вторую линейку открыл. Поэтому, друзья, открывайте контейнеры, я надеюсь, что вам будет дропать что-то крутое, что-то годное, не настолько печальное, что мне упало сегодня. Как я уже сказал, жду в комментариях ваши сообщения по поводу, что вам вообще крутого упало. Если понравился данный видеоролик, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Если еще его не прожали, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Но у меня на этом все. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Как-то так. Всем удачи и всем пока.